У нас вчера произошел неприятный инцидент. Двое наших сотрудников повели себя хамски на линии и своими действиями оскорбили и всех одесситов, и наших сотрудников, которые работают на предприятии. Я хотел бы принести извинения за хамские действия наших сотрудников, их непрофессионализм. Хочу сказать, что эти сотрудники будут уволены с предприятия, а те руководители, которые отвечают за организацию и проведение дезинфекции подвижного состава на линии, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В целом дезинфекция на предприятии проводится в плановом порядке. Выполняется она у нас ночью по возвращении подвижного состава с линии, проводится тщательная мойка, уборка подвижного состава и дезинфекция его. Также на пересменках на всех конечных станциях выделены бригады, которые работают по обработке дезинфекции подвижного состава. Мы усилим контроль на линии, постараемся впредь таких случаев не повторить.